Геометрия представляет. Всем привет! Сегодня суббота, на дворе июнь, и у нас кулинарный мастер-класс. И у одной из участниц, у прекрасной участницы, сегодня день рождения. Организовали мы все в кафе «Причал», вот там, в тени деревьев, на речке. Мы и организовали нашу открытую кухню. Никого не оставит равнодушным. Это овощи гриль и шашлычки из курицы на шпажках. Рецепт очень простой. Шеф открыл нам рецепт специального маринада. На дворе лето, так что девчонки по такому рецепту смогут готовить все лето напролет на дачах и пикниках. Участницы уже приступили к приготовлению второго блюда, вернее, не блюда, это напиток. Настроение у всех отличное, у кого нет, то скоро будет, потому что мы готовим пунш. Илья, ну почему выбрали именно пунш? Почему именно такой выбор напитка? Ну, это очень актуальный напиток этого сезона, ну, вообще сезона лета, поскольку он холодный, во-первых, и не слишком алкогольный. Я думаю, он, кстати, придется к столу. Да, к любому. Подошел к концу наш кулинарный мастер-класс. Оставляем ребят праздновать день рождения. А я перед тем, как попрощаться, хочу показать вам новый шатер на причале. Просто
просторный и светлый. Он отлично подойдет для того, чтобы отпраздновать свадьбу или любое другое торжество. Ну а зеленая роща вокруг станет отличным фоном для выездной регистрации или фотозоны. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Совсем скоро увидимся.